цієї реформи більше піар, чим самої реформи. Тому що ті гроші, які указуються, будуть піти за пацієнту, вони надто малі. Я терапевт по спеціальності. І вважаю, що терапія і то дуже багато. Дуже багато. Колоссальное количество современных методов исследований 30-40 там лет назад. Препараты были практически одни и те же, что твоя мать лечила этими препаратами, что ты, молодой доктор, начинал их уже в полный носу. То сейчас уже то, что ты 5 лет назначал, устарело. Дело в огромных областях, там, прерии, Австралия. Но Украина настолько густо вся населена, у нее была хорошая структура, в принципе. Центральная районная больница, опорная, областная больница, диспансеры областные. И оно все между собой было связано, это все рушится. Это закрываются мелкие больницы, и говорится, будете ездить в Винницу, будете ездить в Полтаву. Вот и все решение вопроса. Сейчас это просто закрывается, и на их месте, вроде бы так вот по идее, должны открываться амбулатории вот эти семейные. Да? Но зачастую они же не открываются.